Всем привет, друзья мои! Педобис резки лоца койлас. Поздравляю всем с днем любви, с днем семьи, с днем счастья. Бедоба – это счастье. И сегодня мы решили с мужем выйти на свежий воздух, подышать, погулять и хорошо провести вечер. А может быть, зайдем к нашим знакомым. Так что вот такие вот у нас планы сегодня с Ашким. Ашким разделся, я говорю, ты замерзнешь, а он говорит, нет. Ой, покажи, говорит, эти красивые мандарины. Ашким, вон мандарина, дырь. В каком красивом мы месте с ним. Куда мы с ним прошли, с Ашкимом? Шаги, шаги, а то поели очень много на эти праздники. Пришли сюда. Идем в парк, где должна быть елка, по идее. Мы сами не знаем, но это. Дашка, елка. Концерт. Ну, посмотрим, да. Так хорошо погулять. Или вместе с любимым Ашкимом. Тара-та-тара-тара. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Поздравляю всех вас! С Новым годом! Остановка такая, да? Санат Дураки. Санат — это Санаджи, музыкант. Вот эти дома, говорит мой муж, дорогие. Такой огромный, да, домище. Пришли на это место, здесь ничего нету. Вот так вот. Может, было в новогоднюю ночь, но сейчас ничего нет. Кстати, наверное, в новогоднюю ночь было здесь празднование. Да, да. Сейчас, к сожалению, все убрали. А вон елочка. Сфотографирую сейчас возле нее. Друзья мои, наконец-то мы нашли единственную елочку в Мерсине пока. Я сейчас к ней подойду, меня аж пустили. Я не зря пришла сюда с Ашкимом. Почему? Потому что вот могу дотронуться, прикоснуться до снега. Вы видите, снег привезли для детей. Вот они и балуются здесь. Балуются, играются. Короче говоря, пустынно все. Не знаю, что мы будем делать, но вот так вот. Никого нету. Скучно. Пошли, Ашким. Сейчас Ашким мой хочет поиграться в снежки. Ну и... У меня желания такого нет. Сейчас переверну камеру. Дети как играют. Ашким, банадат. Вот, я тоже увидела снежок и подержала. Смотрите, детки играют. Друзья мои, мы пришли сейчас в такое вот заведение покушать, да? И смотрим, здесь вот друг наш. Очень хорошее заведение, сейчас посмотрим. Говорят, очень вкусно. Так что вот сейчас будем заказывать. В общем, я заказала суп мерджимик, посмотрю, и изгару тавук. Курицу, то есть, и салат. Хлеб я не кушаю, конечно, ой, так проголодалась. Так, спасибо Ашкиму моему, что пригласил меня. Пока мы ждем нашего основного блюда, мы решили взять закусочки. Вот такой салат из баклажан, мне очень понравилось, йогурта и хумус. Сейчас будем кушать.
Вот это хумус, он из нутовой муки, из нутовой муки, из гороха, вот нут, и кунжутная паста. В принципе, тоже можно дома сделать мне. Ашкан, бенда и вдев более я поджам, ну, хумус. Bundan değil, nohut. Nohut, nohut haşla. Ben biliyorum. Onları eziyorsun. Ben yaptım bir kez. Hep var bizde onun için. Yapayım. Nohutu eziyorsun. Ya da rendeden getiriyorsun. Rendeliyorsun. Tahri da lazım. Ne? Biz aldık. Kavanoz da aldık. Onunla beraber karıştırmak lazım. Onu mu? Знаете, что хочу вам рассказать? Сколько сюда идут людей. Посмотрите, пенсионеры все здесь. Потому что говорят, что здесь очень выгодно покупать, все кушать. Смотрю. Я смотрю, что все идут туда. Так что... Ждем, наконец-то, наше блюдо. Ну, нужно ждать, конечно, да. Нужно, конечно, ждать. Ну, ничего, подождем. Говорят, очень вкусно здесь готовят. Это печень. Если дер. И с лавашиком. Мы ждем свое блюдо. Пришла моя еда. Наконец-то. Машкин кушает там кебаб. И китаны кебаб ашкедом. Ики. И китаны. Говорят, что это 15 лир стоит, а это 20. Шо? Тут очень дешевое место. Мы находимся сейчас в районе форума. Тут что-то происходит внутри, но у нас нету времени с Ашкемом, так как нас ждут уже, мы идем в гости, поэтому, может, другой день мы придем сюда, но не сегодня. Вот там, наверное, внутри что-то происходит, потому что звуки какие-то доносятся. Может, концерт, может, еще что-нибудь интересно, но в следующий раз покажу вам. С Новым годом, мои дорогие! Как вы встретили Новый год? Как у вас настроение? А я сейчас нахожусь возле Марины на набережной. Вчера были в гостях, мы не снимала я. Ашкин попросил, говорит, не снимай, пожалуйста, их. Ну и не было хозяйка в таком виде, в домашнем была. Так что ей было не до съемок. Мы просто посидели, она нас угостила бюреками. Даже я 200 штуки съела, первый раз съела за столько время бюреки. Рука чешется, когда рука чешется, надо поцеловать. И вот так сказать, идите, денежки ко мне. Так вот, мои дорогие, мы купили эклеры. Я один эклер съела и... Два маленьких таких сигароберек с картофелем. Вкусно было, начинка. Выпили кофе сначала, потом чай, а потом в конце фруктами нас угостили. И мы в 11 вышли от них. Так хорошо посидели, Эндер поболтал. О том, о сём. Погода сегодня замечательная, видите? И вот мы пришли с Ашкемом, половина 12-го, наверное. Но я легла, половина 4-го. Не знаю, почему я так спать не захотелось. Мы пришли, еще выпили с ним растворимое кофе, и все, и сна нет. В принципе, вчера я проснулась где-то к 11. Не так, наверное, устала. Поэтому и... Сна не было. Сейчас я, знаете, что прошла всю набережную. Ни одну елку не увидела. Мой муж еще вчера хотел меня сюда привезти. Говорит, здесь будет развлечение. Какое развлечение? Ни елок, ничего нету здесь.
Только вот в том месте нашли. Наверное, будет возле форума. Мы вчера хотели пойти, но опаздывали к гостям. Ну, в следующий раз пойдем. Сегодня у меня очень важные дела. Я должна буду рисовать на заказ, поэтому у меня очень много дел по бизнесу тоже. Приготовлю что-нибудь покушать и буду весь день дома. Поэтому решила с утра выйти сюда, но с утра уже 11 часов. Пока сегодня тоже проснулась 7:30. Без йоги не могу. Вы знаете, что не могу. Просто с ума схожу. Такие упражнения, у меня уже такая растяжка. Хочу похвастаться. Делаю такие упражнения, которые никогда не делала раньше. Да, растягиваю. И так приятно вообще. Так что решила пройти сегодня 10 тысяч шагов. Сжечь калории от бюрека. Еще я шоколад ем. Да, этот шоколад, что прислали нам. Кушаю. Вот не могу, хочу и все. Вчера днем еще к нам пришла соседка. И вот мы с ней выпили кофе. Она там телефон, что-то у нее какие-то проблемы. И она обращается к моему мужу, настраивает его. Такая бабулька хорошая. Знаете, что хочу сказать вам? Вчера, что мы сидели в кафе, я смотрю, сколько дедушек и бабушек с семьями, с детьми пришли в это кафе. Это именно такое семейное кафе. Не для всех оно там. Не каждый знает в Мерсине. Потому что там очень дешево. Там именно какой-то вот, именно надо иметь доступ. Намного дешевле, мой муж сказал, чем, допустим, в городе покушать. Поэтому туда всех ведут. Семейный круг. Ну, естественно, напитки там запрещены. Вот именно покушать. И мне очень понравилось. Так вот, захочешь покушать, пойдешь с удовольствием. Ну, сколько там? 20 лир стоит кебаб для мужа, а мой 15 лир курица. Но мне, знаете что, эта курица вообще два куска поела, еле впихнула. Мне достаточно салат и, наверное, вот эти вот хумус. Такая закуска из нохута. Баклажаны. Вот это вот мое. И мне достаточно было, пока они принесли. И хлеба даже не понадобилось. Там горячих хлебушек принесли. В общем, мне очень понравилось. Правда, ждать надо немножко, но там очень много, переполнено просто. И молодежь приходит, и все. Но вот такая вот ситуация. Я очень довольна вчерашним днем. Вчера был день судьбы, бедо бездре по-грузински. И вот как его проведешь, так и... Значит, мы будем по ресторанам ходить с Сашкой, по гостям. И будем ходить гулять по городу на елку. Ну, а также и много других очень интересных, хороших новостей. Вот сейчас буду возвращаться. И будить моего мужа. А вот и я, мои дорогие. Глазки с ресничками, так классно. Очень-очень хорошо. Завтра мы встречаемся с девочками. На йоге соскучились уже по общению. Ой, раздевалась я. Там вот напротив такая клумба красивая. Как бы вам ее показать? Ну, очень красивые клумбы, цветочки растут, тут что-то делают. Ну все, я посижу сейчас, уже стою и пошла. Сегодня базарный день. Но у нас, в принципе, все есть дома. Машкин сделал такую большую покупку. Вот месяц назад, говорю, год назад, неделю назад. Наверное, фрукты только надо будет подкупить, и все. В Инстаграме я показала, что там на базаре и какие цены. Так что можете переходить на мой Инстаграм и смотреть. 21 градус жары сегодня. Очень тепло. Лук 2 теле.
красный 3,50. 5 лир вот такая маленькая хурма. Видите, столько продают здесь. Местные музыканты. Такой мелкий лук. Картошка дорогая, 5 лир килограмм. Мандарина 4 лиры килограмм. Сладкий перец 2,50 лир. Лимоны, такие Вашингтоны классные. Ой, марул 3 лиры. 8,50 бананы. 5 лир. Груши, видите, картошка по 5 лир. Смотрите. Помидоры вот вкуснее. Деревенские 6 лир. 3,50 килограмм стоит этого. Цветной капусты. 7,50 вот здесь бананы. 4 лиры яблоки. Так, это что, лобио? Посмотрите, какое. Что такое? Огурцы по 13. А, это что, мандарины по 5? Ого! Ой, смотрите, Вашингтоны по 2,50. Отлично. Авокадо, я там спросила женщину, по 5 лир. Ой, 25 лир килограмм. А здесь киви, вон по 5. А здесь 30 лир килограмм. Перец такой. И здесь 25, вот авокадо. Вот такие вот цены сегодня с утра. 7 лир курма, гранаты по 7. Да, слюнки потекли у меня. 10 лир килограмм. В тот раз Сашка по 8 купил. 6 лир такие. Уже все, друзья мои. Реклама какая-то. Быстрая еда. Все, друзья мои, я сегодня уделила время для себя. Сейчас уделю время для моего Ашкима. Сегодня у нас начался марафон «Нейрорецепт». Я рисую это на заказ для моей очень близкой знакомой. Вот, уже отправила ей первый рисунок по сканеру. Друзья мои, какая это сильная тема. Что со мной произошло? Левый глаз на протяжении всего, когда я начинала рисовать, плакал. Потом начало у меня такое чихание. С меня изнутри все выходило. Потом потекли сопли ручьем. Вот когда я только начала округлять, закончила вот эти все черненькие, перешла к архетипированию, тогда все успокоилось. Но потом была страшная боль в правой ноге. Тема этой – позвоночник я прорабатываю. У моей клиентки боли страшные в позвоночнике. Вот такой нейрорецепт.